Ну и, наверное, заключительная уловка в этой подборке, да? Подборки уловок от застройщика – это рекламные обещания. То есть перед тем, как вы приобретете у застройщика квартиру, застройщик будет строить перед вами прекрасные воздушные замки, и вид из окна, и своя собственная инфраструктура, и бассейн, и фитнес, магазины. Ай-яй-яй, чего там только нету. Ну не ведитесь вы на это, на самом деле, вы поймите. Все, что прописано в договоре, то работает. Все, что там не прописано, не работает. Поэтому не надо подписывать документ, в котором нету каких-то важных для вас пунктов. Все, что вам обещают, если уж они обещают, то пусть внесут в договор, тогда будет разговор.